Да блять. Сука. Я по-моему насмотрю, но агро вообще нету. На пиньяте? Не, какая пинята? Ну, на боссах. Я тут. Подходим, на обратном пути пулишь. Нормально. Охуеть, просто. Медведь спит. Ай, блядь, пизду нахуй. Да я тоже жить не хочу, если честно. Ну танки, я так понял, нет. А можно просто не рвать агро. А можно ловить, когда он подошел уже. Какой агро, блядь? Ну, сколько надо? 10 минут пройти, чтобы он пизнул. Прест в КД, клизма, совуха, совух, ванили. Крутка ДПС. Да вроде нормально прохиливает, может не выносить. Ну ладно, я понял, ребят. Или зона про шаг назад не слышала. Наверное, уже можно не давать геру. Ну, уже. Она еще не откатилась. Ну, на собрание тоже мы ее не даем, да? Ну, там уже по ситуации. Как люди, все живы или нет. Вообще надо.
Типа в начале, может, просто чтобы на Алгалоне снова было. Какой смысл начала? Чтобы на Алгалоне снова было. Не знаю. Где ее не будет. Так, он вар после тревог. Четырех, точно. Зачем тебе, блядь, бесполезное оружие? Оно с веза падает. Ну все остальное хуйня, вон, давай-то за чупа-чупсом можно. С СПД, который со строками зайти. Тоже же оружие. Паша, спекнусь там, как пойду на двоих, Уэнсдэй на стелеломе. Че, не будем рисковать с ЗКшником? Он большого, я думаю, выдержал. Ну че, он подержал где-то. Отхерачит. Думаешь? Хорошо, отходи. 90 тысяч, да, вроде есть. Да, дайте джинса туда, пожалуйста. Там через раз я могу панцирь юзать на удар. Есть джесс? Гуннер уже спектр. Угу. Покидай кому пистили, если там почему. Просто побей, докасывай. Влади. Гуннер двух в итоге. Да, я на двоих, Уэнсдэй на большом. У нас нет кастерского аура. Чего ждем? Уэнс, ты в Дискорде вообще, нет? Она отходила. Ну, блядь, сколько можно повторять? Ты на большом, я на двоих.
Ко входу отойди, и там его будешь пулять, а не здесь. Арчи. Хорошо, набрали руны смерти 10 секунд. От босса. Не забудь купол поставить. Вот, да еще кто рано забирать. Ничего не надо забирать, два танка, конечно. На 5 секундах начинаешь отходить. Сейчас уже можно забирать. Медведя рискнуть. Ебаный урон, блядь. Чего это тогда созвездие просто закрываешь дырки? Только старайся дальние закрывать, чтобы рейду было заходить близко. Ага. Главное, снимаем сразу. Тут столько всего поменяли, я вообще не могу вкурить. Ну, типа, да, и в основном то же самое. А, ты про класс? Ну, я же вообще этого не знал. У тебя пожинание всегда продлевает истерию, то есть ты, по сути, весь бой под истерией. Ну, сейчас ты можешь кому-то бафать ее давать. Она не работает на кого-то, он только на себя идет. Она только на себя идет. А, где, блядь? Я только сейчас это все раздуплю. Точно, ты за тролли на вальке, блядь. Чё, Маура на броню выйдет погулять? Поставлю тотем. Да, Миш, можешь. Уэнсдэ, я начну. По 3 стака меняемся. На второй фазе в центр переводим, чтобы проще было ловить тени. Нам удалось опередить Алгалона. Может, нам удастся взломать систему и повлиять на результат анализа? Перемещение завершено. Запуск планетарного анализа Азерота. А Войд может поводить сверки. Позатаскивать их в дырки. Я уже сказал. Миш, зайдешь плюс они в личку.
по макарону саман. Ветрик вон еще большой. И по вампирусу. Да меня работодатель странный, блин. То надо, то не надо, нахуй. Рыба стоит. Джер стоит. Вообще. Выпил припод, тому не повезло. Кто выпил припод, тот не знает, как запускается алгалом. Челлендж. До кары. Следующий после кары сразу. Четвертая после кары. Забирайте. Сука. Поэтому, блядь, дотами переводить уебанство. Ну что, отдайте БР. После кары встану. Только по одному. До кары. Не закрывайте эту дырку. Качественно встал. Ну что, меня прохилили нахуй, просто допустили бабки, не было всего. Я говорю, качественно встал. Докары. Еще одну докары. Берегитесь. Цову. Звезды помогут мне. Только не пропало. Че, всему рейдингу не фуртанет, потому что... Это слабый драйвер, ты в центр выводи сейчас, только смотри под эту, под лунку не взойди. В лунку. Ты в лунку. Забирай, забирай. Забери босс. Да там где-то любой кто-нибудь, а то сейчас забирай, в компании. Забирай, в лунке. Нам... Я забрал, забрал. Ладно, все, буду. Секунды.
даже тучку не жал с ТВПС. Ну, Соу Хони повезло, он получил урон за миллисекунду до... Да. Да. Я не видел и поржал с этого. Старательно убили. Мне нравится убить Алгалона в героическом режиме, не допустив смерти ни одного члена рейда. Слезы нормально тем. Нормально, с 5 трупами плюс, да? То почивка. Все, я тогда сейчас ДД спекую. В этом. Угу. Вензли, ты сейчас дальше будешь с Войдом. Пять секунд хила не было, ты ж фуловый стоял. Тем временем Совул за 0,9 секунд. Ну? 0,2, 10 тысяч, а потом 17 тысяч. Балл. Ну, с шея хорошо, типа 4. Макс, трупы просто не хилят. Я бы был по 10, если бы я пожинание вкачал. Ну так нет, чё, смотри. Тебе минус 4, плюс 2 и 5. Я не вижу отписок там. Успех, ГП, не ГП. Чё, у меня почему-то рейд-ролл не меняется, блядь. Ну? Писал оф. Войт, ты на трэш, а Вензли на босс. Угу. Надо было медведя на этом аккаунте делать. Там и пылесосить, кстати, интересно, сразу на 3 спека хила, на СВУ, на танк. Чё бы разрешали это делать? Интересно. В Тарадуре так другие любят пылесосить. Я тут что-то люблю. Одобряю. Ну, кого-то одного там запустить, понимаю, там ничего такого в ульду. А когда там 15 тысяч людей, все хотят зайти, это да. Сигма кому-то нужен? Шмот. Скво? Сигма. Че там на танк разбить, че? Че, с реводность быстро? Ну или не очень быстро. Еще раз. Че с Сигмой надо, кому-то нет? А что это такое? Здесь 94-й шмот квестовый. Да не надо там никому ничего. Это типа этот диск или кто? Нет, это другая хуйня. Так как шея Келя, понял? Я понял, шея. Ну я, короче, ничего не понял. Ну помнишь, на Келе квестовая шмотка и падала, шея там. Угу. Ну то же самое, только ульде. Я в Тисе скинул, короче, что там с Симой. А, ну танка нету. Ну, Гэри Мэн, ой, Гэри, а тут Шерлок Мэйн спек. Гэри. Короче, понятно. Шерлока. Может, поехали пулить? Ну, как только так, сразу обмен. Но ты в любом случае без ГП не заберешь, я тебя огорчу.
тебя нет вариантов на мой инспект забирать без ГП что-то. При любом раскладе. 90 шмотом, значит, интересно. Ну тут судьба, да, сейчас это лучше другой брат. Вон здесь 90 шмот есть. Так что ты думал, хочешь потом забирать, забирай потом. Но без ГП на майнспект ничего не будет абсолютно. Да. Так что да. Думай, че роль. Го пиздиться. Да, надо бы. На бару надо перекинуть. ПДХ где? Где там? Не в центре, теперь в центре. А вы так тихонько запули, я даже не понял. Ну, по макросу 10 секунд. Я осознаю свою бесполезность. Вот это думаешь, что ты бесполезен? Найди меня в этом, в аккаунте или в дупле. Как не будет сложно. Вампиром будет это место. Как не говоришь? Статируйся. На том самом имбовом ретрике. 40 тысяч нормально. Ну, учитывая, что Дед Хиро 81, да? 55. Ты чё в итоге поток кинул? Ты его потом будешь забирать или сейчас будешь забирать? Нет, не туда, на Мемирона. Принятись. Блокирование. Тут весь шмот с блокированием? Спасибо. Да, это Ульдор. Шерлок, к тебе вопрос. Че, мне может в ТД? Ой, в танка точнее. Ну, думаю, да. Ну, у тебя теория, у тебя других вариантов нету. Ой, хуй на раз надо. Мой аспект, да, ЗКП? Домен кинешь только. Рыба стоит. Че тут хэм режим? Естественно. Нет, здесь не по кнопке. С авторизацией активация голоса стоит. Кто-нибудь Пусть хочет забиться на кольцо? Что оно не упадет? Насколько? 5. Блин, а можно быстро сделать? Я, пожалуйста. Я говорю, что не упадет. Все, отошел. Да, но только недавно падало. Теория вероятности говорит, что можно проебать. А какой коэффициент? С тобой мире. Не-не-не. Wednesday, я буду на боссе, ты будешь ловить мины и на какой-то фазе с трэшем будешь бомботом ловить и потом башку на ласт фазе держать. Башка сильно бьет. Безумно сильно, блять. Аж сдохнуть Нет. хочется. Башку танчит любой ДД, если его похили чуть-чуть.
Он танчит на фазе, когда с трэшем. Когда уже без трэша, то летает больше. Это мы именно на ласт фазе надо, когда трэша нет, надо, чтобы танк держал башку. Ну да. Первый элемент ты у меня можешь собрать. Как бы, в принципе, на аптокенов. Треть первый элемент я сразу даю. Если с собой нету, из ГБ достаю. Ну, либо тот, кто разруливает, я у кнопки стою. Можешь подбежать, пока мы ждем, отдам. Чего мы ждем? Не знаю. Табуреточки, наверное, устали. Что получается, тебе плечи надо под кисти, штаны 3, да? Дим, мы туда зашли, посмотрели, там нихуя не поменялось. И вышли оттуда. Все. А, что с ним получилось? Короче, на пол. А камы не рабочие, полностью не рабочие. Ну, типа там даже смысла нет, что-то пытаться смотреть. Запуск. К стенке прижались. Поэтому ждем. Периодически проверяем какие-нибудь фиксы. Здесь был ретрик. Лерой Пенкинс. Бля. Интеллект — бесполезная характеристика для вашего класса. Беги, малышка, беги! Можете начинать подстопывать потихоньку. Ждать очень долго. 30 секунд до подавления пламени. Угу. Итак, он с пола один. Скорпедов поднимешь, когда убьем Левиафана. Ну, потом что убьем, перебежим, поднимешь. 8 секунд. Чё ты там стоишь? На перефазе все сбегаются в ангар, абсолютно все скидываются пламенем в ангаре. Второе пламя скидывается рядом с кнопки. Байер дать? Держите его в центре. Тогда уже отдан Байер. Пламя стоят, впитывают танки. Я пламя это буду держать в центре, потому что я его буду. Охуительно, Лёх, пламя в центре. Лучшее просто. Не, пламя не моё, это первое. Да, это был до этого. Я просто, чтобы оно не разлилось подальше. Ну, значит, в НСД постояло. Прибежался в папле. Где тут ТМ опять, блядь? Все вижу. Стоим здесь же. Зачем хант вводит пламя, когда для этого есть танки на этой фазе? Перешли.
пламя к стенке скинули. Максимально близко. Можно ему отдать. И так все засрали нахер. Просто одним хуёвым пламенем в центре, блядь, которое не потушило. Пламя. Бензы ловить, под башки просто бомботов. Остальные трэш я буду ловить. Блять, три мало. Натягивай кнопки. Еще одного убили. Сигнального залили. Развертку урона по сигнальному. Прямо сейчас. Охуительно. Будет. Беги, малышка. Центр, стоп. Низ. Все три части. Зачем заливать сигнального робота было? А его зауешили. Я вижу, что его зауешили, но там, блядь, милишный моб стоял, которого нужно было отводить от него. Моба не отвели. Лут не тот стоит. Вот они никто сразу не спорил, да? Смотри по видео, чей огонь был. В центре. По-любому писал уже. А Wednesday это? Она стояла. Wednesday, Wednesday, да. Я потом пошел в центр для того, чтобы оно не разлилось. Да, он сказал, что типа иду в центр специально поводить. Чтобы, короче, потом оно исчезало. Во-вторых. В прямом. Появляется пламя. Ты была в центре первой фазы. Ты была в центре, пока ты вписала в чат, а мы стояли в ангаре. Вопрос в другом, кинул у тебя пламя или нет. Все просто. Там одна сейчас глянем. Видосик есть какой-нибудь? Да, блядь, откуда еще там оказывается пламя, когда все были под машиной? Да не, я видел, там центр пламя пролетел. Там кошка... Хорош, они... Они видели лучше. ДК, давай. Не, сзади еще бегал. Че там? Станьте. Тут кошка идет, давайте быстрее. Ну, сейчас не станем, потому что агра нет. Так, давай, заходим. Быстрее берите ресурс. Тотемы. Ты, в принципе, стояла в центре и каталась на платформе, когда я говорил. Как писал в чат. После смерти... Утюга. В угол забейтесь. Сатирус и там кто еще может. Вот ты умер. На все, ну, просто на будущее совет. Боссы, в которых есть какой-то типа ролик или вот что-то типа как вот, не знаю. Запускается долго, когда босс. И в первые секунды, когда пула, по нему не проходит урон. Не, бурс, ну, не бурсите прям, не знаю, вот так, как вы это делаете. Максим.
Это был на 100% мой косяк, я не про босса. Сейчас я смотрю, там, короче, ну, типа, Вэдс, ты там был, там еще кто-то был. И, ну, типа, ну, их там было... двое было, да. Второго, ну, я просто. На второй кинулась, мне кажется. Там паладин вроде сейчас. Смотреть. Ну, не знаю. Сейчас. Там мини-карта видно. Был труп этого. Статируса. Да. Не-не-не, там это. Я встал сильно до этого огня. Второе тело это труп. Короче, там был Венс, да и труп сатируса. Не знаю, может на труп сатируса кинулся, если кидать. На труп не могло кинуться. Парень кидается на труп. А вот Венс со мной была рядом. Да. Об этом она прямо нет. Внутри этого центра стояла. Кинул скрин уже. Время перевод. За пару секунд упадение. Сейчас. Тут вопрос не в КП, вопрос в том, чтобы ты понимала, что как только идет тушение пламени, нужно не стоять в центре, а свалить в рейд. Это первый момент. Стоять, но... Это надо первый держать. Момент, не нужно там стоять. Второй момент, не нужно заливать сигнальных роботов, блять. Особенно, когда их три. И когда нахуй все позалили огнем. А милишного урона там было больше всего от тебя и от Вара. Ты не отвела моба, начала его дальше стоять и уешить. Вар его просто залил. Минус сигнальный. Ну, чат пролистай, там развертка урона была. По сигнальному роботу. 39 вар, 23 ты. Важная информация. Дизерон что-то через 10 минут зальет. Ну, по крайней мере, по АТ-6 холипала, в абсорб забьет. Может, еще что-то забьет. Будут работать Т6 вот на вот минут эти... прям, нихуя да. Себе. А у тебя там отчетность. На форме, честно. А, да. Гуглил там где-то на форме. Чок, мы убили. Паш, мне что? С ДТ, в танк, как оставаться? Слушай, давай, наверное, танк. Коридор, наверное. Вензда, тебе где удобнее? В коридоре, либо... А второй ты в соло, да. А на первый тебе куда? Ну тогда, значит, останусь здесь, потому что мне проще будет. Ну это вторая развертка. А я в моменте спрашивал развертку, да? Первая развертка там не было, Энха, даже близко не было. Ну, в первом месте там вар был, да, Экстер. Да. Давайте быстрее. Ну, вдвоем Варус с медведем залили робота. Ну, втором медведь. Гуннар, пляй, брат. Наверху остается, не идет вниз Энхик. И не идет Клизма. Остальные РДД идут. Трэш цепляешь по пачкам. Три, потом... Снимаешь с меня или спросите, кто там побежит в дисперсии по ситуации. Моба, которого у стенки разворачиваешь. Запускай. По меткам. Клизма с Преста. Шерлок с Набаром. Простя со мной.
Энхик со Скорпидохой. Кто у нас еще остался? Бесноват с Герри. Вроде всех раскинул. Первый таргет. Что ты делаешь? Куда не ты надо этой херней заниматься. Мобы там бьются на месте. Отошли. Не нужно ничего никуда заводить. Заходишь, агришь мобов, идешь. От волны отходишь. Сместились. Следующий не будет. Оба в тени до большого. И забираю его с меня. У меня дисперсия скоро кончится. Я отворачиваю. Покекал дисперсию на молнии. Скорее всего. Стагриваешь, идешь дальше. Ну, нормально агро дернула, повела. Трэш внизу убиваем и расходимся по своим меткам. По никам назначил. По-моему, локов там близко стоишь. Ну да. Ну вы четко в метке стоите, отходите только на вот этом кливе. Первый может не отходить, дальше отходите. Герл, где? Вот он. Убожество. Наебал. Лучше перебдеть, чем не добдеть. Пошли. Хадир, потом Фрея, дальше. Как долго он пиздит? Очень. Кто выходит, осторожно, там кошка уже на подъеме. Сейчас обратно пойдет, надо будет ждать. Поймайте на фигурку. Дайте джипса перед боссом, пожалуйста.
там стоите. Они выйдет? Так, вот это хороший удар, давай. Куда они? Они вот выйдет. Это они и выйдет, типа. Все, что по итогу было на ДК? Пушка, кольцо, пояс. И запы. Дуручка, запы, пояс и кольцо, да. Чтобы щитка старима не выполнил. Так, позади еще трэш, ребята, позади трэш, вернитесь. Держится, пожалуйста. Там позади ведут зимнего грохотуна. Дарым, паш. Ну от луж отводите немного и все. Пик. Еще разочек. На месте танчишь. Агро удержи, главное. Остальное вообще. Ну, только Паши нет, не знаю, не сумуется. Погнали, я пуляю. Настя, разрулишь твою высоту? Биомент. О.
А лосиста. Да. Ну, Кири, тут, в принципе, сейчас можешь уже срастить. Пока на фрею чистим. Смотри, по токенам. Ну, типа, либо в Лока, если ему нужен токен. Еще один. Ну, если не нужен, можешь его. Ну, все. Знаешь, и дальше в спековые роллы. Так, я чем где-то на минуту отошел. Есть какой-то макрос, чтобы слезть с маунта? Типа, сел на дирижабль, слезть с казака. Дирижабль, ага. Тут энхик поставил, я думаю, покатаюсь, блядь. Он стоит на. Там кнопка вроде появляется, видите, да? Я что-то не вижу, может что-то забагалось. Да, дом, наверное, какой-то. Пока. Левого есть, короче. У тебя L? Либо нет. Нет. Если F, то только мини-карт. Попроси тебя выкинуть на ходу. Если бы он был не АФК. Вот тут та ловушка и захлопнулась. Он поехал, я только релогнулся, он поехал, блядь. Я думал, сейчас мне будет экскурсия по УГЕ. Тебе надо, ладно, поезда сесть там, короче, возле Виберона. Блин, на поездах было круто на цирку. Тут тоже они есть. Работают нормально, там никто не исчезает. Вонсды, ты на боссе и ловишь еще двух элементалей, я хватоплета буду водить. Что же без Паши бил? Решка. А что с Пашей вообще? Зачем Паша? Отошел просто. Отошел, отошел, что бы водить. Там же самое, где она стоит. Дайте на АП-флоску кто-нибудь, пожалуйста. Голду скину. Тык, тык. Дай, 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 дай. Декстер, ты где? Там можно пулять. Сяк, сяк, сяк. Догоняйте. Баф бы дать. Догоняйте. Все, спасибо. Я пульну, ты забрай. Что-то она вообще тонкая. Там мы просто толстые. Я дух воды не спиваю. Че, просто по фрейдеру? Нет, ну как это духов? Духов! Дерево там обязательно. Хотоплёта только надо добить, хотоплёта. Хотоплёта добейте. Мы все можем. Страшно. Может, ему глобы кидали хотя бы, а то, блядь. Ну, там пытка, типа. А что, может, Геру дать, и убьем или нет? Да. Наверное. Давай я тебе после следующих трёшь, что ли? Ожидали. Кого убивать, собрались? Да, да. А, ну, Фрей, мы тут её уже... Ну, Фрей же хороший ключик. 40. Просто бейте босс, главное, кто был в конце. Не совсем в конце. Нормально. И все. Да, ДПС сегодня прям много.
Даже слишком. Осколок. У нас полочек и шея, смотрите, танковская. Все. Просто мой ретрик зарешал. Бля, это чиль. Я даже разогнаться не успеваю. Кошку будем бить? Да. Не там осколок, 8%. Ну вот она уже здесь. Она уже успевает замедляться. Идите, блядь. Сколько уже год у льда открыто или больше? Да хуя. Два. Два года три. Два с половиной. Нет, два с половиной. Жесть. Мы как бы кошку убиваем. Никого не секрет. А только не сейчас. Ну, наверное, с другой стороны пойдем ее встретим, нет? Идемте здесь, блядь. Следует за гунером просто. А печать вот эта, как она, подвеска Изира, кто-то ролил? Что-то я проебал. Нет, никто не ролил. Уэнсли, я буду ее танчить, не ни таунти, ничего не делай с ней, пожалуйста. Это на подвеску я кинул, 67. Ну, шесть. Там я дам, по-моему. Все равно за ГП у тебя пойдет. Да там все, там за все просто разом накинул. Да? Ой, а это что такое? Да я уже добежал. Ой, это ДД-спек одевать надо, да? Ну, когда-нибудь через пару лет сделаю. Тут можно АФК стоять, если хочешь. Кто там из вас котов на лицо принимает? Кого получится? А войско вы за на него пагрятся? Да, но смысла нет. Не надо войско. Это и всем собраться в кучу. Иначе рандом. Кучу и к танку. Крайнего правого заберу. Я крайнего правого. Назад отходим. Не могу скинуть. Долго визжит, да? Верховые живут.
Транс. Не знаю, пригодится ли. Капы, наверное, собрать. Хера, сколько у вас инженеров. Может, чисто для Родинова не в Хайме? Зачем? Циферки. Лоло. А зачем он нужен в Хайме? Меч под этот. Трине. Вау. Тринер нужен никому не нужен. Мне кажется, не меч, не трине тут. А, меч? Меч. Мортарсу нужен в Хайме. Вот венки-то дело такое. Все, я пуляю трой. Не была вам сама давать. Краш лайфер. Я ему оба. Снял ауру. Бейте, 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 бейте!